Так, сейчас нужно откуда-то упасть. Дабы ускориться. Уйди, животное. Да, лезь давай. Карагор. Бррр, у меня аж мурашки пробежали по коже. Почему-то мне все время хочется откликнуться на Карагора. Келимбримбор, Карагор. Так, мы как культурные люди по лестнице побегаем, полазим. Отравить 3 бочки. Так, пора, пора, пора валить. Я ничего не покидаю. Я хочу отравить еще одну бочку просто. Теперь можно и освобождать рабов. Кстати, они все там за мной побежали. Оставили рабов без присмотра. Мы так их отвлекли. И побежали. Да, отрави Грог, если хочешь разозлить уруков. Все. Кстати, да, хорошо, что переключатель только заметил. Да, думаю. Или еще немножко что-то выполнить. Ну, давайте. Еще в этой серии потусуемся на этой карте. Thank you.
24 задания было по освобождению работы, из десяток примерно у меня уже выполнен. Там Карагор бегает. Лучник меня сейчас спалит. Нет, не спалил. Не благодари меня. Что же, тактика простая. Отвлек. Так. Так, убить дистанционной атакой. А, там камень у нас. Cut me down. This pain will kill me. Там они подняли типа тревогу. А чё же вы все сюда побежали-то? Меня здесь нет. Показалось. Так, разбросали рабов прилично. Побежали, побежали. Территория большая, да. Там вижу лучника где-то. Thank goodness you're here. Help me. We can't risk our friends alone. Will you help? Вот так вот. Так, по-быстрому.
Is that you, Ranger? Come me down quickly. You weren't alone. Please find our friends. Хи-хи-хи. Стой, дорогой. Angle, you built a whole tower just to make one Uruk fall down. You stupid slave. Что ж у вас здесь так много? Было. Опа! Так, быстренько, чтобы он подмогу не вызвал. Опа! И нет. Смотрите, как я даже не поднял тревогу. Красота. Просто супер. Ну, в общем, здесь нечего нам больше делать. Войны между усобицы нас не интересуют. Перемещаемся. При отравлении не отображаются подсказки. Но контратаковать вы по-прежнему можете. Да, блин. Уже наиграл 20, сколько, 6 часов, по-моему, в игру. И только открываешь для себя какие-то новые нюансы. Что чем выше серия ударов, тем сильнее твой каждый удар. Например, такие вот вещи. Что у нас по армии здесь? Оу. Так, здесь нормально, оно все сохраняется. Это круто. Круто, круто, круто. Так, кто здесь, кто с кем? Он проходит испытание. Давайте ему в этом поможем. Пошел, прыжок веры. Да, я помню. Помню, был здесь. Нужно было факель, 3 группы факельщиков убить. Было, кстати, непростое задание. Я много раз его переигрывал. Что-то мне не пошло, как говорится. День такой ясный. Посмотри, как... Я вообще не помню, чтобы здесь так светло было хоть когда-то. Покажите мне хоть какого-то урка повыше. Блорг. Блорг, кузнец. Кто это не палит? Давай, у нас здесь есть неизведанные дела. Живи дальше.
Блин, вот где ты был раньше? Я бы сюда по-быстрому переместился. Такой день, ё-моё, такая красота, мне так это нравится. А то все как-то сумерки, да сумерки. Смотрите, у меня даже задание какое-то закрытое. Никого нет, никого нет, никого нет. Так, это кузнец. Да ты чё, борзил? Офигеть, меня дубасит, а я не могу даже ответить. Я хочу его заклеймить. Да вы чё? Заклеймим. Давайте получим сведения пока что. Дабы он нам не мешал. А то не бойся. Да, залазь давай. Как это называть? Так, так, так. Вот. Да. Какое же испытание ты должен пройти? А, с Карагором в клетке. Ну, мне вряд ли получится его, наверное, заклеймить. These brutish displays. I'll end it quickly. Ненавидит Карагоров. Будем. Ты хочешь биться со мной или со зверем? Так, моего зверька, я думаю, скоро тут. Они все со щитами. Thank you.
Это он типа... А чё? Нифига себе, подмогу кто-то вызвал. Офигеть! Да на тогда тебе. Тогда тебе так. Он меня, смотрите, как сбивает. Да тут аккуратненько. А их все приходит и приходит. Эх, не получится сделать мне то, что мне хочется. Ладно, думаю, все, пора сосредоточиться. Вау. Bleed for me.
Блин, его убили. Я столько с ним провозился, и его убили. Эх, ну что же, ладно. На этой торжественной ноте мы закончим эту серию. И приступим к зачистке уже этой карты. До новых встреч!